Добрый день, защитные очки от Днепра-М. Это модель с резинкой, я ее использовал где-то около 3 месяцев. Единственный в ней плюс – это резинка. То, что можете отрегулировать размер плотно, и то, что можно их, снимая, они могут болтаться на шее, и никуда не надо, и потом при случае опять быстро их надеть. Вот это единственные плюсы. Пластик защитный, он от протирания хэбэшной тряпкой, он весь в царапинах, затертый. То есть через него вот так вот видно, фиговенько очень. А на глазах вообще хрень полная. Вентиляционные отверстия, ну, работают, не знаю, 50%. Короче, не работают на ней, запотевает. Я в них разочаровался, я думал, будет все бенч, но нет. Фигня за свои деньги, это фигня полная. Я пользуюсь на сегодняшний день такими, и они более практичнее, хотя их нельзя скинуть. Ну, можно прицепить веревочку и так же само просто скидывать, и они будут висеть, болтаться на шее, при случае одевать. Просто, ну, немножко не так удобно, как эти, но эффективность у них больше. Они тоже, стекло затирается, тоже протирал хэбашной тряпочкой, стекло затертое. Но не до такой степени. Пользуюсь ими уже около полгода. Вот. Намного лучше пластик. Запотевания, естественно, нету, потому что нету такого полного прилегания, как здесь. Ссылка на модели, название модели в описании указано. Поэтому при выборе определяйте сами. Я бы не рекомендовал эти.